И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы продолжаем знакомиться с историей бессмертного Тора, и это будет финал столкновения Тора и Таранаса на данном этапе. То есть вот то, к чему мы шли в течение 5 частей, оно закончится именно здесь. Итак, поехали. История начинается с того, что нам комикс показывает совершенно красивейший кадр, где нарисована на одной стороне Луна, на другой стороне Земля и по центру колесо. И экспозиция нам говорит, что колесо должно вращаться. И прямо сейчас на Луне идет бой за то, в какую сторону повернется это колесо. Далее Эйл Юинг возвращается к прошлому, к далекому-далекому прошлому комиксов Marvel и рассказывает одно из сотворений миров. Фан факт, что первый раз эта концепция появилась в комиксе Тора, как раз таки, аннуал под номером 10. Комикс вышел в далеком 1982 году. И вот там нам рассказали, что изначально было некое создание, некий Демиург, и он создал высших богов, или же древних богов, таких как Хтон, Гея, Сет и так далее. Далее боги начали сходить с ума плавно и начали биться друг с другом. И эта кровопролитная война богов, которые порождали еще каких-то созданий и так далее, могла уничтожить всю землю. Так происходило ровно до тех пор, пока Гея, олицетворение жизни, не решила все остановить. И она как раз-таки родила сына от Демиурга. Очень могущественное существо, которое должно было перебить абсолютно всех богов, которые взбунтовались и отказывались жить мирно. Итак, перебили всех богов, если ничего не путаю, точно кроме Хтона. Хтон очень быстро понял, что дело пахнет керосином, решил быстренько отсюда убежать и спрятаться. Он ушел в карманное измерение, которое он научился создавать, и таким образом он избежал смерти. Ну а потом, как мы знаем, он вернулся и заразил Ванду, алую ведьму, частичкой самого себя, как будущего своего аватара, ну и все вот это дело. То есть Хтон находится с этими ребятами на абсолютно одном уровне, он буквально их брат. И вот сейчас автор Эйл Юинг нам пересказывает все то же самое, но добавляет несколько маленьких деталей, чем по большому счету ретконит это. Среди этих первых древних богов также был наш Таранос, и он был олицетворением колеса жизни, которое должно вращаться. Если Гея, допустим, это олицетворение жизни полностью, то Таранос это олицетворение колеса, а также на каком-то этапе он стал еще богом грома и молнии. Также нам показывают какую-то руку, которая должна быть рукой бога магии, или же глубокой древней магии. Там же мы видим образ и Утгар-Локи, которого мы уже здесь тоже видели. То есть, в принципе, Эйл Юинг пересказывает все то, что мы уже знаем, но добавляет в это общее повествование две личности, которые будут фигурировать в этом комиксе. Это Таранос и Утгард-Локи. Также, что самое важное, что он в этом меняет, так это тот факт, что она не родила сына от Демиурга, который всех перебил. Я не уверен, насколько это можно считать мощным ретконом, нам нужно больше времени, больше информации. Если это сейчас устаканится как крепкий канон, то по большому счету в комиксы Marvel добавили только что огромное количество древних, чрезвычайно мощных божеств, которые могут открыть нам врата для будущих историй в огромном количестве. Лично мне концепция нравится, но будем посмотреть, конечно же, что будет дальше. Итак, мы переносимся в настоящее, где новый корпус Торов бьется с Тараносом. Они перекидывают друг другу молот, каждый наносит по одному-два удара, пытаются не забыть, кто последний держал молот, кто первый. Кому его сейчас нужно перекинуть? Так, например, Джейн Фостер кидает молот Локи. Локи говорит, мне не нужен, я его уже держал. Первая взяла молот Шторм, надо его перекинуть ей. Ну и так далее. Взаимодействие совершенно бесподобное, и мне бы хотелось видеть этого больше. Итак, молот получает Бетта Рэй Билл, он швыряется в Тараноса молнией, а затем перекидывает Мьёльнир Джейн Фостер. Джейн его хватает на лету, но Таранос уже грезит этим оружием. Ибо это оружие дарует огромную мощность этим личностям. Конечно же, оно ему интересно. И все как раз приговаривают, брось его мне, кому следующему и так далее. Все вращается вокруг этого молота. И вот, когда Джейн Фостер получает его, она швыряет его в колесо Таранаса, и оно начинает трескаться.
мощности Мьёльнира хватает, чтобы навредить оружию Тараноса. И он, мягко говоря, в шоке. Так не должно быть. И как раз когда Тор это видит, он победно поднимает высоко над головой свою новую секиру и говорит: «Узри же, Мьёльнир, самый мощный из молотов, оружие, которое может проломить череп Титана». И Таранос становится прямо одержим этим. Он начинает приговаривать: «Мьёльнир». И вот молот попадает в руку Локи, Локи раскручивает его со всей силы и хочет нанести финальный удар по Таранусу, когда увидел, что молот в силах ему навредить, и Таранос испугался. И он швыряет его прямо в голову этому богу, и Таранос его хватает. Он наконец-то заполучил это оружие, и корпус Торов в шоке, они только что потеряли свое самое мощное оружие против этого врага. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что 60 секунд проходит, и они теряют силу Тора. Да, безусловно, каждый из этих личностей очень мощный сам по себе. Шторм все еще мутант омега уровня, все еще богиня штормов. Бетта Рэй Билл все еще настолько мощный чувак, что может благополучно сгонять в мир демонов и отжать там меч у местного владыки. Тем не менее, это не Мьёльнир. И как раз Бетта Рэй Билл, когда перекидывается, он не понимает, но как? Почему это существо вообще смогло его поднять? Чисто в теории он может схватить молот и тут же упасть вместе с ним, или же он просто придавит ему руку. И Тор говорит: «Все очень просто, Билл, потому что я нарекаю Тараноса достойным». И Таранос получает силу Тора. Друзья, я должен отметить, что он выглядит просто фантастически. Огромный гигант в черных цветах, закованный в металлическую кольчугу Тора, и его колесо превращается в щит. Он становится прям такой викинг огромный, с красным светящимся глазом. И как только он получает эту силу, он, конечно же, ликует. Он готов обрушить на эту вселенную мощь древних штормов. Все сгинет в реках огня и крови. И Джейн говорит такая: «Тор, ты с этим что-то будешь делать? Почему ты стоишь?» Локи понимает, в чем дело. Он просто отводит взгляд в сторону и говорит: «Дайте ему просто секунду, сейчас он пафосную речь толкнет». И Тор ее толкает. Говорит: «О, великий Таранос, безусловно, твои посылы и твои желания очень честны и храбры. Но ответь, пожалуйста, мне всего на один вопрос. Если, конечно, сможешь. А что такое сила Тора?» И Таранос не понимает: «А что такое сила Тора? И что со мной происходит? Что я чувствую? Что ты со мной сделал?» Тор начинает рассказывать, что в далекие древние времена, когда ко мне взывали верующие и просили, чтобы я дал им дождь, я, конечно же, отвечал на их просьбы. Конечно же, я мог обрушить на них проливные ливни и грозы, которые бы срывали крыши с их домов. Но скажи, пожалуйста, кому нужен бог грома и молнии, который отвечает на твои мольбы катастрофой? Сила Тора — это не создавать шторм, а это сдерживать шторм, а также показывать смирение. А еще это тавтология. Но сила Тора заключается в том, чтобы быть достойным силы Тора. Мы с вами уже это более детально разбирали во время комикса «Война миров». Тогда Тор осознал, что быть достойным Мьёльнира — это не совершить какой-то подвиг, а это осознать тот факт, что ты воистину достоин, то есть вырасти над собой. Он тогда проделал очень большой путь от недостойного Тора, потеряв молот и потеряв руку, до человека, который вновь смог поднять этот молот и стать всеотцом, кем он является, собственно, по сей день. И вот он как раз продолжает, что мне потребовалось огромное количество времени для того, чтобы понять это, осознать это и полностью овладеть силой Тора. И, безусловно, ты лучший кандидат на то, чтобы точно так же пройти весь этот путь и получить силу Тора. И Таранос начинает молить его: «Нет, нет, забери этот кошмар назад!» И он бросает Мьёльнир назад богу грома и молнии. Тор, безусловно, его подхватывает. Но также он говорит: «То, что ты увидел один раз, нельзя развидеть. Нельзя закрыть сердце, которое было один раз открыто. Скажи, пожалуйста, бог древних гроз, что ты почувствовал?» И Таранос в панике говорит: «Я чувствую агонию. Я слышу крики. Это все звенит в голове. Я чувствую всю тяжесть содеянного мной. Все мои корыстные мотивы. Но что страшнее всего, меня пугает то, зачем я сюда пришел. Что я собирался сделать с землей? На какой путь меня наставил мой брат?
творец магии, Утгард Локи, и та, кто заперла меня первый раз, мать Гея. И когда Тор слышит это имя, он, конечно же, в шоке, потому что Гея — это его мать. То есть она каким-то образом здесь замешана. Судя по всему, далеко не лучшим образом. Голос за кадром нам говорит, где-то Гея почувствовала леденящий мороз, который сжимает ее сердце, когда Тор узнал правду. И эти слова звенели громче, чем любая гроза в его ушах. Когда Тор пришел в себя после этого всего осознания, он, конечно же, тут же набросился на Таранаса. «Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь мне сказать? Отвечай!» Но Таранаса уже нет. Он растворился. Он исчез, куда бы то ни было. Потому что та тяжесть ответственности, которую на него возложил сейчас Тор, была для него неподъемна, как минимум сейчас. Я лично, друзья, уверен, что этот персонаж к нам еще вернется. И, возможно, он будет не просто злым. Я ставлю на то, что мы его увидим в совершенно другом амплуа. Но это лишь мое предположение, основанное на моих догадках, ни больше, ни меньше. И это конец боя с Таранасом на сейчас. Итак, Шторм Ароро подходит к Тору и спрашивает. «Скажи, пожалуйста, ты сразу же придумал этот трюк, верно? Тебе действительно нужно было меня вытаскивать с Марса, собирать всех остальных этих ребят и устраивать цирк с перекидыванием молота от одного к другому, если ты изначально просто хотел дать ему свой молот и обременить его своими заботами, скажем так?» Тор говорит, что да, это было необходимо. Мне нужно было все это устроить для того, чтобы Таранос воистину возжелал этой силы. Если просто подойти ему, дать молот, сказать «на, держи, вот тебе груз моей ответственности», он, скорее всего, его просто не возьмет. Но он этого жаждал. Он хотел этого очень сильно. Это, друзья, мне кажется, очень хорошо нам показывает, насколько вырос Тор над собой и насколько ему помог Локи прийти к осознанию, что далеко не все проблемы нужно решать грубой силой. Иногда нужна хитрость. И хитрый Тор, который обладает огромной мощностью и огромной силой, мне нравится безумно. Итак, Тор спрашивает, не хочет ли Ароро, чтобы он пришел вместе с ней туда на Марс сейчас и бился с ней на ее стороне. И боги, друзья, я хотел бы, чтобы это случилось. Я хотел бы, чтобы в финальном комиксе X-Men Red бились не два каких-то непонятных острова, а чтобы пришел Тор, бог грома и молнии, и показал Генезис, что такое настоящая Омега и всем остальным мутантам. Но это личное мое фанбойство, ни больше, ни меньше. Шторм говорит, нет, мы с этим должны разобраться сами, это наш внутренний конфликт. Единственное, о чем я хочу тебя попросить, это чтобы ты открыл мне портал и вернул меня назад, но чтобы это выглядело очень пафосно, мне нужно воодушевить своих людей. И в совести ради, скорее всего, это действительно произошло, к сожалению, это все было за комиксами, но люди пошли за ней очень охотно. А также она говорит, что она будет скучать по красному плащу. И да, действительно, красный плащ смотрится на ней совершенно замечательно. Далее уходит Бетта Рей. Бил. И друзья наконец-то смогли поговорить и зарыть топор войны, как бы двусмысленно это ни звучало в рамках этого комикса. Перед уходом Билл все-таки констатирует, что темные дни, которые мы с тобой переживали вместе, оставили очень серьезные раны, это нельзя просто так забыть и простить. Но мы встали на верный путь, и я очень рад этому. Я думаю, что наши раны со временем исцелятся. И, возможно, в следующий раз, когда мы с тобой пересечемся вновь, ты окажешь мне честь и возьмешь мое орудие и поведешь нас в бой, вооруженный сумеречным мечом. То есть они расходятся как друзья. Итак, Локи готовится открыть портал для Джейн Фостер, предлагает, во всяком случае, ей. И Джейн говорит, подожди, перед тем, как я уйду, мне надо кое о чем переговорить с Тором. И далее она делает отсылку на комикс Avengers Incorporated, или же Оса Детектив, который мы разбирать с вами бросили, и я все еще считаю, что комикс свернул в очень странное русло, настолько в странное, что я изначально думал его просто передвинуть в экстру, чтобы видео выходили на Бусте. Но, к сожалению, я просто не могу это обозревать. Там происходит что-то совершенно непонятное, во что я сам не верю. И вот сейчас как раз-таки комикс проливает капельку света на все происходящее там. Я хочу напомнить, что автор у всего этого безобразия один — Эл Юинг. Он пишет и X-Men Red, «Войну на Марсе», почему здесь Шторм,
и Avengers Incorporated, которым он сейчас делает реверанс, и Бессмертного Тора. То есть он все это связывает между собой, ну хотя бы как-то. Так вот, в Avengers Incorporated в третьей части произошел следующий момент. В Вальгале произошло убийство, то есть в Асгардийском раю убили душу. Как это возможно? И как раз туда послали расследовать это убийство Асу и ее товарища Виктора Шейда. В рамках этого расследования оказалось, что убили душу палача. Мы с вами его уже видели в Торе Рагнарёк, его там играл Карл Урбан. И по большому счету сцена была воссоздана практически один в один, правда это был бой не на мосту в Асгарде, а это был бой на мосту вроде бы из Мусфельхейма. И что там произошло? Тор вместе со своими товарищами пытались спасти несколько человеческих душ из плена Хелы, и как раз они своровали эти души и пытались оттуда сбежать. И вот они держали бой на мосту, и Тор сказал, что вы идите, я задержу все силы, которые за нами гонятся. То есть он хотел пожертвовать собой. Палач оттолкнул Тора и сказал, что нет, ты иди, ты должен жить, ты герой, ты сын Одина, а я их задержу. И как раз сцена была практически один в один, он был вооружен двумя М16. Именно там он погиб смертью героя, чем заслужил себе место в Вальгале. Теперь возвращаясь к комиксу Avengers Incorporated Оса Детектив, оказалось, что палач во снах, да, оказывается, в Вальгале можно и спать тоже, начал видеть свою смерть. Но он также видел воина, вооруженного молотом и топором, залитого кровью. Точно те же сны начал видеть и Один. Один на момент этих событий мертв, он тоже в Вальгале. И Один посчитал, что это знамение, что его сыну угрожает смерть. И кто, как не палач, может спасти его сына от верной гибели? Как-никак, когда-то именно он отдал свою жизнь за место Тора. То есть, это что-то по типу концепции фильма «Пункт назначения», что от смерти убежать нельзя. Если вы когда-то обхитрили смерть, она обязательно вас найдет. Вот здесь примерно то же самое. Но опять-таки, никакой конкретики, мы только-только начинаем с этим всем знакомиться. Именно поэтому он нашел лазейку из Вальгалы, как освободить оттуда душу. Как-никак, он всеотец. Он один из тех, кто создал все это безобразие. И, конечно же, он нашел такой путь, то есть, если убить душу в Вальгале особым путем, который может сделать только Один, то душа сможет вернуться назад в мир живых. При этом, скорее всего, она никогда больше не сможет оказаться в Вальгале, потому что она один раз оттуда сбежала, это билет в один конец. И палач обо всем в курсе. Он договорился с Одином, это была все часть их плана, которого мы толком не знаем. И вот как раз, когда Оса Детектив все это разгадала, и Один все это рассказал, то Валькирия была как раз рядом с ними. И вот Джейн как раз все это сейчас передает Тору, и Тор говорит: «Спасибо тебе большое, Джейн, но я, если честно, в шоке, что мой отец все еще вмешивается в мою жизнь даже после того, когда он все-таки умер и выбрал тебя своим агентом». И Джейн говорит: «Ну, вообще-то нет, вообще-то он просил меня ничего тебе не говорить, потому что он опасался самосбывающегося пророчества, что если я тебя предупрежу о том, что тебе грозит опасность и смерть, то ты начнешь делать определенные шаги, ходы, которые приведут тебя к этому пророчеству». И также Валькирия, как та, кто переносит души асгардийцев из мира живых в мир мертвых, увидела над Тором знамение смерти. Маленькую сферку, в которой есть черепок. И она прекрасно знает, что действительно Тору угрожает смертельная опасность. Грядет смерть Тора, но не сейчас. Сейчас мы переносимся в Роксон, куда пришел палач устраиваться на работу. К Минотавру, конечно же. И вот он говорит, что «мой друг сообщил мне, что ты в настоящее время являешься хранителем легенды о Торе. Также, пока я был мертв, у меня было видение того, что Тор спасет этот мир от катастрофы. Мой друг считает, что мы можем этому помешать». То есть, мне кажется, друзья, что палач подставной. Его туда направил Один по доброй воле для того, чтобы он был кротом в рядах злодеев. И Минотавр соглашается, говорит: «Ну да, почему бы, собственно, и нет. Я на самом деле очень большой фанат всех твоих легенд и так далее, но я бы хотел тебя изначально познакомить с еще одним членом нашей команды, с которым тебе предстоит работать. Это твой добрый товарищ. И это Амора Чаровница, которая тоже присоединилась к Минотавру». Давайте сразу внесу ясность, что в киновселенной палач по какой-то причине был прислужником Хелы.
В комиксах это не так. Он всегда был прислужником Аморы Чаровницы. У них были всегда очень долгие и крепкие взаимоотношения. И на этом мы будем заканчивать пятую часть комикса про бессмертного Тора. Мини-арка Таранаса на данном этапе закончилась. Что будет дальше? Какую игру ведет Минотавр? И каким образом здесь замешан Утгард Локи, а также Гея? Очень интересно. Мне лично комикс все так же продолжает безумно нравиться. То, как он поднимает ставки, то, как он копает в очень древние истории, вытаскивает их и вдыхает новую жизнь. Копнуть в старого персонажа палача, вспомнить, как он умер, обратиться к этому, переосмыслить и добавить в текущую историю, мне кажется, это блестяще, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Мне будет приятно, каналу полезно. Если вы хотите узнать, что будет происходить дальше в событиях Бессмертного Тора, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на YouTube, либо же через мой телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные гик-новости, а также всяческие арты. Подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Boosty, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан1995IR, Павел Фомин, Маринад Года 85, Хелл, Амнитестер, Алексей, Ибрагим Гусейнов, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Капрал 26, Влад Моцарелла, Мимчура, Шинджи Кикари 228, Сергей, Андрей Мательский, Станислав Отвечалов, Алексей Першиков, Сергей Семченков, Дон Кокос, Владимир Марков, Илья Лебедев, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Смоуки, Ред Феникс, Коля Романов, Евгений Мурзин, Виджи, Арт Лаус, Господин Зеркало, Гений Дизайнер, Иван Алицкий, Кримзон Михаил, Хитрый Крабос, Дил Варьор и Сугроб. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Boosty есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. А также на определенном тире подписки есть небольшие аудиорецензии на комиксы, которые не попадают в видеообзор. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.